Инерция – это довольно интересное понятие. Важно определить его полностью. Инерция – это сопротивление изменению движения. Величина, которая определяет инерцию, это масса. Масса объекта. Это величина, которая определяет количество материи внутри объекта. Довольно часто люди путают вес и массу. Позвольте мне проиллюстрировать это на примере. Давайте рассмотрим вагонетку в шахте, полную руды, которая стоит на рельсах. Позвольте спросить, вы бы предпочли толкать вагонетку, которая пустая, или когда она полная? Конечно, большинство из вас предпочло бы толкать пустую вагонетку, чем полную. И если я спрошу, почему, вы, возможно, ответите мне, что если она полная, то вес руды внутри вагонетки давит на рельсы и мешает толкать. Если это так, позвольте задать второй вопрос. Представьте, что вагонетка уже движется, и вам надо ее остановить. Если ваша идея была верна, то легче будет остановить полную вагонетку, потому что она сильнее давит на рельсы, что помогает вам ее остановить. Ну, конечно, вы знаете, это не так. И вы бы, наверное, предпочли останавливать пустую вагонетку. Потому что она имеет меньшую массу, меньшую инерцию, так что сопротивляется изменению ее движения слабее. На этом примере ясно, что инерция соответствует количеству материи, измеряется массой. Как мы видим, это отличается от определения веса. Давайте в первый раз за курс, не в последний раз, произнесем слово «относительность». Это пока не относительность Эйнштейна, это относительность Галилея. Прежде чем мы это сделаем, давайте вернемся к Аристотелю. Аристотель утверждал, что Земля не движется. Почему? Он говорил, что это легко доказать. Если мы возьмем мячик, подбросим его, он падает обратно в ваши руки. Это означает, что Земля не должна двигаться, иначе бы мячик упал немного назад. Галилей утверждает, что это не так, это недопонимание. Он приводит в пример кабину корабля. Представим, что мы в этой кабине. Все закрыто, все окна закрыты, мы не знаем, движемся мы или стоим. И давайте проведем некоторые эксперименты, например, бросание шарика. Галилей утверждает, что нет никакой возможности узнать, движется корабль с постоянной скоростью или стоит на месте, проводя эксперименты с падающими телами. Если это так, то то же самое происходит и с Землей. Мы не можем сказать, подбрасывая объекты, движется Земля или стоит неподвижно. Это сподвигло его определить то, что мы называем инерциальные системы отсчета, или галилеевые системы отсчета. То есть системы отсчета, как, например, кабина корабля, которые движутся с постоянной скоростью относительно друг друга. Например, вот эта лодка движется с постоянной скоростью. Это инерциальная система отсчета. Другой корабль неподвижен, он в гавани стоит. Это другая система отсчета. Если мы проводим эксперименты в этих разных системах отсчета, мы не можем провести разницу между ними. Так мы вывели принцип относительности Галилея, который гласит, что все законы физики выполняются одинаково во всех инерциальных системах отсчета. Это означает, что законы физики одинаковы во всех системах отсчета, движущихся с постоянной скоростью относительно друг друга. Подведем
промежуточный итог, давайте вспомним, что мы узнали до сих пор. Мы увидели, что есть универсальность в падении разных объектов. Инерция — это характеристика того, как тело сопротивляется изменению движения. Масса тела — это величина, характеризующая инерцию, она измеряет количество вещества в теле. Вес, с другой стороны, это сила на тело со стороны гравитационного поля Земли. Масса и вес — это различные понятия. Мы уже определили различные виды движения. Постоянное движение, движение с постоянной скоростью, ускоренное движение, когда скорость растет, например, движение падающего тела. Также мы определили системы отсчета как системы, в которой мы производим эксперимент. И существует определенный класс систем отсчета, так называемые инерциальные системы отсчета. Это системы, движущиеся с постоянной скоростью относительно друг друга. Это позволяет вывести принцип относительности Галилея, который говорит нам, что все законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.